Шел так маг Гуе. Контратака 4 в 3. Майя нет. Опережает его Тарас Кочараба! Ой-ой-ой! Ян Коларш, какую же дикую ошибку допускает. Тарас Кочараба делал все правильно. Опередил Майя. Да, вынужденно отдавал в створ ворот, но тут, как говорится, ни до жиру, ни до выбора. Хотя, конечно, мог отбивать на угловой, но вроде бы, а зачем? А вот и зачем. Нам показали перехват Озуни и атаку Майя. Кочка, наверное. Кочка или закручен мяч был. Но в любом случае грубейшая ошибка Яна Коларжа. Кочка, видели? Кочка. Вот поэтому в том числе нельзя отдавать мяч в створ ворот. Да, вот так на ровном месте Ференцварош повел в счете. 44-я минута.